школа — это место, где мы действительно встречаем своих первых друзей, первые отношения, первое разочарование, и уже дальше пошло все по-человечески. Мы тут получили очень много знаний, не только относительно там предметов, просто какой-то жизненный опыт. 11 лет для меня это были друзья. Это очень много друзей, с которыми я познакомился. Школьная пора для меня — это когда я вот сижу за партой, смотрю на доску, я учусь, со мной все мои. Я не могу. Всегда хотела в школу. Мне кажется, я одна такая немножко шибанутая, что я всегда хочу в школу. Каждый день ты приходишь в школу в 7 утра, тебе так не хочется вставать. И ты понимаешь то, что сейчас, вот примерно после третьего урока, начинается вся эта движуха. Школьная пора – это как золотое время наше. Одно из лучших, наверное, которое у нас будет. Было. Сейчас оно почти прошло, и все. А вы такие умные, глаза горят безумные, в них только ожидание новой войны. А вы такие умные, как небо в полнолуние, и только бы опять дотянуть. Все это было, кажется, вчера. И каждый принимал участие в экскурсиях, походах, вечерах. Ведь это тоже маленькое счастье. Пусть все завидуют тому, как объясняете, урок ведете. С таким руководителем наш класс был на виду. Всегда у всех в почете. Когда я шел на дым костра в полной луне, по глухим местам шорох теней, и тут же на мой крик друзья кричали в ответ. Впереди сверкал пламенный свет. Эй! Выражаю глубокую уверенность, что 11 лет в стенах этой школы прошли недаром, что вы будете помнить всегда то, о чем я вам говорила на всех линейках. Вы везде представители своей школы. Когда шел на дым костра при полной луне, по глухим местам на шорох теней, и тут же на мой крик друзья кричали в ответ. Впереди сверкал пламенный свет. Эй! Хотелось бы вам пожелать в этой открывшейся перед вами жизни больших успехов, достижений. Стремитесь к целям и родных своих любите. Не забывайте школу, класс, учителей. Пусть будет жизнь полна свершений и открытий. Идите твердо и уверенно по ней. Не теряться никогда, оставаться в тени. Пора уже взрослеть, то есть оставить это детство, как школа. Он пойдет в студенческую жизнь, но, конечно, школьные годы я не забуду. Это место, мне кажется, всегда останется у нас в памяти, как светлое что-то и хорошее. Знай, что никогда не поздно. Иди на дым костра в полной луне, тем глухим местам шорох теней, и будут там твои друзья и радостный смех. Лучше!